Здорово, здорово. Ну что ж, давай сейчас по-быстрому тут пробежим, посмотрим, что да как мы сюда пришли. Сюда пойдем. Тю, сохранилось, все здорово. Опять собаки, да? Беспонтовые. Или не будет ничего? Так, а что я там взял? Блять, я взял реагенты эти нахуй сраные. Ай, блять. Фу, блять. Подписывали, сука, нормально нахуй. Теперь мне что куда? Да, хотел бы управиться по-быстрому, но, видать, блять, не получится по-быстрому. Блять, придется походить. Тоже закрыт. Че, блять, издевайся. Ну это, в принципе, не может быть то место, откуда я пришел, так как там, блядь, и завалы были, обвалы, и пиздец, нахуй, и я там где-то... Сука! Ладно, сейчас пойдем по правой стороне. Чё это я запнулся об чё-то? Так, по левой стороне. Просто по левой. Так, я сейчас тоже, да, будет тупик? Да, вот он. Уже даже больше на ней это не дзын-дзынкает. Вообще нихуя больше. Так. Здесь тоже нихуя. А, Б, нет. Блять, ну, честно, я не знаю. Может, мне их надо вылить на пол, растереть шваброй, блять, и потом слезать, не знаю. Не, и швабру потом на голову, как бы, на лысину приложить, и тогда рост волос начнется. Смотри, бегал, бегал. Сука, дверь набегала, она говорит, иди нахуй. Боже ж тварь. О. Да это, блядь, не кругами, я путешествую уже. Хуй путешественник. Блять. Либо я иду правильно, либо я вообще нахуй не туда иду. Ну, я не туда иду, потому что, блять, пиздец какой-то. Сука. Же это боль. Это дебил еще сраный, никаких заметок, вообще ничего не оставил, типа. Ну и похуй вообще такой.
куда мне идти? Как я тут здесь должен ориентироваться вообще, если не понимаю? Чё вообще, откуда, блядь, все двери нахуй позакрыватые? Позакрытые. Ну это я от червя убегал, ну блядь, ну понятно. Сука, может где-то здесь что я упустил, где-то подсказка есть. Какие реагенты, что с чем это мешать? Пиздец какой. Думал, сейчас по-быстрому нахуй зайду тут. Все намочу и уйду отсюда, блядь. Нет, игра говорит. Хуй ты что намутишь? Хуй ты куда уебешь? Сука. Ты обезьяна такая ебаная. Здесь что, здесь по-любому за эту хуйню какую-то. Блять. Сука. Ты посмотри, нет тут нихуя. Просто взял реагенты и все. Куда их, блядь, засовывать-то, блядь? Какую жопу-то на? Выходим, да? По левой стороне. Дверь заперта. Есть, блядь, ебучие карты тут вообще хоть что-то нахуй. Хоть в куда-то, блядь. Да закрытая она, блядь, сука. Куда мне идти? Каким, блядь, макаром я должен понимать, блядь, какие ориентиры? Когда здесь все однотипно, сука, безвкусно, у вас вкуса не было, блядь, чтобы это все... И вот я вернулся, спасибо, блядь. Круги наебываю, блядь, я вот... Я прям чувствую, что просто заблудился, что куда бы я ни пошел, нихуя, блядь, не поменяется. Блядь, эта дверь ебаная, сука, заебала эта дверь злоебучая. Куда, блядь, переть? В какие дыры мне смотреть? Чё вообще делать? Куда, блядь, не погляди, везде залупа конская. И это сейчас говорит, блядь, закрыто. Ну охуеть, спасибо, блядь, закрыто. Это единственный какой-то хоть проход, но, блядь, здесь тоже нету нихуя. В воду мне, блядь, сигануть. С разбега, блядь, вниз башкой об лёд. Уебаться хорошенько и все. Это пиздос. Так, это куда? Ко льду, да, туда? Конечно, в пещеру через... Там нету нихуя. А чё если он это, типа... Не получится.
заебись, а куда это-то получится? А ты помнишь какую-нибудь дверь тогда? Дверь, которую я бы мог ломиком или что-то типа подобное. Типа я сейчас не помню нихуя такого подобного. Подожди, а может там какие-то эти трубы, они были запечатаны? Может, типа, их теперь можно ломиком посрывать? Ебать, ты посрывай! Где ты теперь, мой светлый рыцарь? Ты правда зашел так далеко и стал так близко? Я жду, но чего? Сколько веревочки не виться, а мой разум остается в плену. Боги играют со мной, приговорив к течению лет в месте, где свет есть тьма, а тьма есть свет. Неужели мои глупые советы привели тебя к гибели? Ты уже слышал стук в дверь? Не открывай. Это смерть. Не дай бедному рыжему умереть в одиночестве. Иди нахуй, рыжий. Меня же, блядь, тошнит от тебя, от твоей этой игры, блядь, поганой. Можешь просто нахуй пойти? Платформинг здесь, посмотри. Типа, чё? Нет. А. А, типа... Ямиш, сука! Иди нахуй! Горелка. О, если правильно реагенты, да, расставить. Иди. Забавно. Инзурки. Хорошо. Угу. Так. А теперь, я так думаю, я должен где-то понять. Да, я должен понять, как действовать. Сохраняемся. Если бы мне не встречались эти светящиеся загадки, не знаю, что и думать. Они пугают меня, но и манят, оставляя себе часть моего существа. Стоит лишь пройти мимо, лучше их не трогать. Лучше ты бы нахуй пошел и все. Потому что... Каким образом я сейчас должен понять, где есть что? Типа... А теперь, типа... Я не знаю, он сразу был? Я нашел лишь завал, который загружает путь к рыжему. Надо найти решение, как прочистить этот путь. Типа, изменится химика. Магний, кальций, барий, хлорид, фосфор, сода. А, ну, наверное, начнем с А. Б. Как, блядь, мне узнать? Who is who? А чё надо... Чё с чем надо сделать, чтобы бомба у тебя получилась?
Есть там это? Магний, кальций, барий, хлорид, фосфор, сода. Деятельность администрации гарантирует выполнение дисциплины. А, ну вот же подсказки. Б, ба, г, бак, в, д, в, де. Бак, в, де. Все понятно. Бак, в, де. Так. Как мне потушить? Да иди нахуй отсюда! Сука! Выдерни эту... Злой бучок, кусок говна, нахуй. Гори, блядь, в аду, тварь. Ой. Чё, горелка, ещё горишь, да, блядь? Бак в где? Да у меня есть все реагенты, блядь. Просто мне надо огонь потушить. Типа, я могу повторно... Мне потушить огонь. Серьезно? Типа тухни, тухни, типа создаем ветер. Блять, реально. Может, надо перезагрузить? А! Оно же горит. Все-таки потушить его нельзя. Ладно. А. Б, нет. А. В, нет. А.
это что за? Типа готово? Я не могу понять, потому что игра не хочет объяснять. Так, ну теперь типа... Ой, текаем, текаем за угол. Ну как ебануло. Свобода. Так, и опять тут у нас нахуй. Очень много всего-всего, да? Так, ее просто так не открыть, может чем поддеть? У меня есть лом поддеть. А, типа домкрат. Я сейчас уебу, и все будет тип-топ. Смотри, вообще никак не хочет. Блять, ты такой долбоёб, ты где-то застрял, хуй помни. Я так думаю, блять, не надо нахуй. Ломиком дверь. Блять, дебил, кретин ебаный. Игра выкину. Так, игра опять выкидывает. Мне это прям бесит. Прям это отвратительно, когда игра выкидывает. Я сделал вот так вот, потом я сделал, мать твою, вот так вот, потом. Бежать, о нет, господи, за что? Все, долбануло. И потом я побежал. Сука. Как же она... Далеко меня прокинуло. Да, было несколько дверей. Тут типа, ага. Рыжий тыры-пыры. Теперь у меня есть заметка. Так, список дел. Нашел я нашел дверь, которым твердил рыжий. Но как же ее открыть? Бля, действительно. Как же тебя, сука, открыть? Так, здесь закрыто. Сейчас мы это все исправим. Сука такая. Понятно. Значит, куда один? Сюда. Мусор, грязь, говно, разрад. Так, что тут? Да, блядь! Так, я это еще раз переснимаю. Вот, блин, наверное, хер искал, почему же такое бывает. Пишут, что типа... Из-за русификатора. Сейчас мы это и проверим. Сейчас должен рыжий пиздеть и просто... А по-русскому не все там понятно. Да, ты посмотри. It is false pretension, and not guiding light with which I have led you here. I cannot give you the answers you want. You may wish to find what it is you seek, but that is a fiction. You cannot know what it is you sought through the vast leaden doorway, or else you would seek anything else in the world.
No, the key stays with me, in here. So the life that has led me, horrible as it may be, is better still than the life that waits for you. Hungry behind those doors. As replacements go, you shall be admirably abnormal. But you must wonder why this metal-burning chamber is talking to you in the voice you knew only as red. For it is I, your companion, residing within. You see, I have waited for this day so many years. They won't let me die. They have parts of my head are not my own. And I cannot take my life. It is against the rules. Please, the pain has gone on for so long. All I wanted was a friend, but now the time for chit-chat and marshmallows by the fire is ending. And I hope that soon so shall my life. I have knocked on the death's door for so long. Please, let him invite me in for tea. Короче, я нихуя не понял, а теперь в опции Game и снова русский включаем. И что он мне говорит, перезагрузить игру? Да нет, вроде бы все. А. Так, все-таки надо. Ну, ладно, сейчас здесь есть сохранялка вообще, есть, нету. Господи. Подающий турбуро. Ага. Типа, почему рыжий хочет умереть? Почему так? Почему от моей руки? Что же делать? Короче, наверное, хотел, чтобы это... Я его подошел и ёбнул ему как следует. Что это за фрицы такие сейчас были? Смотри, там какие-то... Хуёвенные приборы, измерители температуры, объема загрузки из залы. Влажность топлива, да много еще чего. Чаго. Ладно, жмем на кнопку, что... А, это, наверное, какой-нибудь мусор раз... Это... Сейчас, наверное, его там раздавит. Пойдем. Давай посмотрим. Да, он сгорает. Мы сжигаем заживо. Пепел, все, что осталось моего единственного друга. Да не был тебе другом, блядь. Дебил ты, тупороги. Так, надеюсь, не выкинет. Не выкидывай, не выкидывай, не выкидывай, не выкидывай. Раз, два, три, не выкидывай, если пять. Не выкидывай. Так, сюда мы все еще не можем, да, попасть. У нас и здесь путь. Смотри. Обана. Гаджи, прости, покойся в мире. С миром, а не в мире. Покойся в мире. Так, словно вживую вижу рыжего, как он сидит здесь, направляет меня, сомневаюсь, что добрался бы сюда, если бы не он. Но почему он решил умереть? Почему оставил меня в одиночестве? Блин, если бы рыжий тебе помогал, это было бы более заметнее. О, да, записочки. Да, русский еще не совсем применился. Нам же сохранялка, чтобы выйти в меню и опять зайти в игру. Черт, ты можешь? Нет. Меня зовут Рыжий. Не смей теребить писюн. Это вот, да, все. Книжки, книжки. О. Как он вообще поймал эту тварь и зачем, даже на вид она совершенно несъедобная. Несчастный рыжий, должно быть, умирал с голоду. Ну это собаки. Как он, по-моему, пиздили нахуй, всех прям отпиздил всю игру. Ебашил их прям, хуячил. Так, сохраняемся. Блять, ебучие книги. Chains on his arms invisible now. Не, нахуй. Все, мы сохранились. Да. Теперь же, эксит.
Нажал я exit и вылетел вообще из игры полностью. Так, короче, ра-ра-ра. Чё, ну сейчас что-нибудь скажет. На белом фоне что-нибудь появится, прочитать. А теперь видно цепи на его руках. Отец изумленно глядит на него. Он сжимает какие-то записи. Руки дрожат. Он все знает. Он знает, что это пришло. Кого выпустил тот человек. Единственный, кто может это остановить. Говард вне себя от ужаса. И обосрался. Если бы мне не встречались эти светящие загадки, не знаю, что и думать. Они пугают меня, но манят, оставляя себе часть моего существа. Стоит лишь пройти мимо, лучше их не трогать. Типа можно, типа еще концовку выбить, не дотрагиваясь до них, типа мы их не трогаем, и поэтому проходим игру. Ты посмотри, что здесь. Обана, электричество. Опять эти сраные твари. Нет, подожди, вот это вот тоже. Ах, я не могу, смотри, я тут решетка работает, да? Рыжий хотел понять, сколько же часов он присел на это. Стрелял в Петре на шее, пытаясь покончить с собой. Да нисколько. Иначе бы уже какое тяжелое глядит. Так, отвертка. Ага. А у нас там дырка есть. Ой, ну, его надо отойти. Кажется, я нашел его туалет. А, это его сортир. Не знаю, что-то читал. Книжечки. Чё, у него глаз вместо головы, а это рот. Ну, рыжий стебется тут. Так, чё тут? Только проводка, возможно, та самая от двери. Ну давай перекуй. Все? Нет электропроводки. Все здорово, заебись. Так, сохраним сейчас, на всякий случай. Я не знаю, что сейчас будет. Вот этот. Ху-ху-ху-ху-ху, блядь. И нахуй просто, и все. Так. А есть просто и так нет, почему чем подеть. Да лом у меня. Попав вчера в подземного комплекса, я терзался вопросами, страхами, сомнениями. Они разорвали меня напополам. Часть меня умерла, наверное, сгорела там, вместе с единственным другом и соратником. Его последние слова не стали ответом, только новыми вопросами, как он и предупреждал. Не могу позабыть его крики, его мольбы о помощи, угрюмая усмешка жизни в том, что причиненная рыжему боль была единственной помощью, которую я мог ему оказать. Я нажал на кнопку и снова остался без друзей и выбора. Теперь можно лишь идти дальше, в холодную неизвестность. Если бы не червь вины перед рыжим. А я мог бы забыть о двери и разменять его жизнь на свою, как он и хотел. Там, я просто отвлекаюсь, там. Нет, никто не стучит. Может, у кого-то там ремонт вечный, блядь, это прям пиздос какой-то. Так, другая часть меня все еще рвется вперед к правде, что должна отыскать там на пути. Не знаю, почувствовали это самообман, но я уверен, что скоро найду ответы о судьбе своего отца, о его роли во всем происходящем. Предчувствия не подсказывают и другое, что все увиденное мной раньше было лишь отголоском того, что лежит за порогом. Теперь я знаю, что был прав. Я это знал. Теперь нам вниз. Древний 4, Коста 6, низший 39, время 8, временный 8, общее население 53. А древний руководство. Чё? Так, о, заметки.
А, их и нету просто. Говорит, иди нахуй. Открыть нельзя. Чё? Простите-ка. А как получится? Погоди, постой. Господи, а чё? Так ты же сейчас не работала. Какого хуя ты заработала? Чё, блин, за хуйня? Смотри, там какая-то хуйня. Будет свет гаснуть, да? Давай, я готов. Блять, у меня же мурашки. Так сгинул тот беспечный юнец, что спустился в нашу шахту, а для меня началась следующая глава. Типа, кто ты? Продолжение следует. Фу, это единственный момент, когда я просто не ожидал, и прям удар такой. Прям да. Все? Да и там все. Вся первая пенубра, часть первая, овертюр. Короче, эпизод первый на этом подошел к концу. Так что смотри, не слушай меня, а просто что-нибудь мне там поставь. Не пойми там чего-нибудь, загогулин как-то. Все, давай.